похудеть, подтянуть мышцы, привести тело в тонус и развить гибкость за 3 часа в неделю. Нереально, мы вам докажем обратное. Анна – фитнес-инструктор, преподает йогу, табату и стретчинг. Решила совместить эти 3 направления и разработала собственную уникальную программу тренировок. Перед тем, как разработать эту систему, я, естественно, все пробовала на себе, потому что я начала заниматься йогой, мне это направление очень нравилось, но мне чего-то тогда не хватало. То есть я хотела там больше скинуть вес, например, да, то есть я добавляла себе тренировки табаты. Исходя из собственного опыта, да, пройдя какой-то вот путь по этим трем направлениям, я поняла, что я хочу делиться этими знаниями с девочками и помогать им быть стройными, красивыми и здоровыми. Секрет тренировок для идеального тела таков. Первый день йога – практика для поддержания духовного и физического здоровья. Это день расслабления и подготовки к активной работе. Второй – табата – интенсивные занятия фитнесом. И третий день – растяжка. Итог – стройное и гибкое тело. Я за гармоничное развитие и постройку тела, то есть все вот эти вот 3 направления, йога, табата, стретчинг, они гармонично дополняют друг друга. Сегодня по расписанию занятия йогой. Йога, кстати, тоже бывает разной. Расслабляющая или активная, одиночная или парная. Существует даже флай-йога, но в этот раз тренировка силовая на укрепление мышц и поддержание тонуса. За идеальной фигурой пришла и Мария. Сегодня был день йоги. Было легко, потому что это уже 3-я неделя занятий. Мы, в принципе, уже немножечко знаем, что делать. Первые дни было тяжеловато. Ну и, конечно же, не обошлось без сюрпризов. Специально для нашей съемочной группы и для вас, наши телезрители, Анна провела индивидуальную тренировку. Анна, обычно на одном занятии вы изучаете одно направление. Сегодня у нас уникальная тренировка. Расскажите о ней. Да, уникально над тем, что мастер-класс этот будет состоять сразу же из 3 направлений. То есть, если мы с девочками занимаемся, да, эти направления за 3 дня, то сегодня специально для вас мастер-класс сразу из 3 направлений. То есть одна тренировка будет и йога, и табата, и стретчинг. Ну что, начинаем? Начали мы с йоги. В этот раз упражнение на координацию и равновесие. Принцип табаты – 20 секунд тренировки, 10 секунд отдыха. Как в интервальной тренировке. Повторяем упражнение несколько раз. Стретчинг – упражнение для гибкости. До шпагата, конечно, далеко, но выпады сделать можно. Интересно опробовать сразу 3 направления? Присоединяйтесь к тренировкам.